We are now in the last countdown of history. We call it the Great War is coming and our scholars are asleep. They make no mention of it at all, not even in the khutbah, not in their public writings and the public lectures. They are silent on this subject. And this is why your prophet said that they will be the worst people in this town. And they will be the centers of corruption of the people. The last countdown of history. Either way, they must get what they want. Who wants the nuclear war? The Dajjal wants war. Because he wants to transit from Pax Americana to Pax Judaica. The political scientist does not know that. The military strategist does not know that. The historian does not know that. Only the eschatologist knows that. The reason why we are turning to the Quran to answer the last countdown of history has as its centerpiece the Great War. Let's call it Armageddon. So try to get somewhere in the remote countryside. Somewhere in the remote countryside where you can escape with your family to safety. After the Malhama is going to be a terrible war. Those who survive the Malhama, I don't know how you're going to live. This is a good time to leave the world. No sunlight. For I don't know how many days. If you see, if you live to see the Malhama, and if you survive the Malhama, if you are young enough and strong enough to fight, make some preparations for your family on the basis of the prophecy of Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The followers of Muhammad alayhi salatu wa sallam, all over the world, wherever in the world you may be, give up everything else. Leave Indonesia. No government can stand in your way. Head for Constantinople. Because he said, you will most certainly conquer Constantinople. What a wonderful commander will that be, Adaran. A wonderful army that will be, that will conquer Constantinople. We are now in the last countdown of history. We are now in the last countdown of history. Either way, they must get what they want. War with Russia. Знает, не нужно говорить, что это такое. Для тех, кто не посвящен, скажу еще раз. Это значит, что мы готовы и будем применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России, по нашей территории. Ну, никакой тайны вам не расскажу. У нас ведь создана система, и мы ее совершенствуем постоянно. Она нуждается в совершенствовании. Система СПРН, система раннего предупреждения ракетным нападением. То есть эта система фиксирует в глобальном масштабе, какие старты стратегических ракет из Мирового океана, с какой-то территории произведены. Первое. И второе, они определяют траекторию полета. Третье, районы падения головных частей ядерного оружия. И когда мы убеждаемся, а это все происходит в течение нескольких секунд,
убеждаемся, что атака идет на территорию России, только после этого мы наносим ответный удар. Это ответно-встречный. Почему встречный? Потому что летят к нам, а навстречу полетит в сторону агрессора. Конечно, это катастрофа всемирная. Но я повторяю, мы не можем быть инициаторами этой катастрофы, потому что у нас нет превентивного удара. Да, в этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас кто-то применит ядерное оружие. Сами ничего как бы не делаем. Ну да, но тогда агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. И, ну что, а мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Они, потому что они даже раскаяться не успели. Но угрозы нет. А система ПРО продолжает строиться. Значит, мы были правы, когда говорили, что нас обманывают. С нами неискренне. Ссылаясь на якобы имеющуюся иранскую ядерную угрозу при строительстве системы ПРО. Ну так оно и есть на самом деле. В очередной раз пытались нас надуть. Сейчас построили эту систему. Сейчас ставят там ракеты. Так? Но вам должно быть известно, что ракеты эти закладываются в капсулу, которая используется для пусков ракет средней дальности «Томагавк» морского базирования. Значит, туда закладывают сейчас антиракеты, способные поражать цели на расстоянии 500 километров. Но мы знаем, технологии развиваются. Мы примерно знаем, в каком году примерно американцы получат новую ракету, которая будет уже не 500 километров, а 1000, а потом больше. И с этого момента они начнут угрожать нашему ядерному потенциалу. Мы по годам знаем, что будет происходить. И они знают, что мы знаем. Это вам только вешают лапшу на уши, как у нас говорят. А вы, в свою очередь, вешаете своему населению. И люди не чувствуют опасности. Вот меня что беспокоит. Ну как, вот, как мы не можем понять? Мы тащим мир вообще в совершенно новое измерение. Вот в чем проблема. Делают вид, что как будто ничего не происходит. Но я не знаю даже, как достучаться. What's going to be Russia's fate after the World War? How do we know that? Because the next event which takes place after the Great War, said Prophet Muhammad, Allah's blessings be upon him, he said the next event to occur after the Great War would be the conquest of Constantinople. And the conquest of Constantinople has only one military significance. It liberates the Bosphorus for the Russian Navy. Yes, there is going to be massive destruction of Russia, but Russia will survive. And if you're in NATO, you better listen to Muhammad alayhi salatu wasalam. If you're in Washington, you better listen to this man.